можете вообще рассказать, что у вас за команда такая? Как собрали ребят, откуда? Воспитанники какой школы футбольной, может быть? Команда наша представляет Институт водочистых технологий, город Северодонецк. Но так как по итогам прошедшего чемпионата области 2016 года выиграли путевку, вот впервые участвуем на таком турнире такого масштаба. Сейчас вот провели четвертьфинал, да, соперник оказался сильнее, мы будем работать над ошибками. Спасибо ребятам за участие, только положительные эмоции. Как вы вообще перед началом турнира ожидали, что пройдете вот в такую стадию? Это полуфинал был. Задача ставилась максимальной, то есть ну, дойти как можно дальше, показать достойный футбол. В принципе, я думаю, что все получилось. Еще раз спасибо команде. А вообще вот ваша команда, ребята, сами откуда? С города, с Северодонецка? Все Луганской области, да. Регулярно участвуем в чемпионате города, чемпионате Луганской области, в Кубке области участвовали. Первый турнир такого масштаба. Всем довольны. Спасибо организаторам, спасибо, что все на высшем уровне. Ну и как зовут? Сергей. Сергей Лазов. Да. Спасибо. Спасибо.